В Якутии планируется увеличение квот для трудоустройства инвалидов. Соответствующие изменения в законодательство рассматривают сегодня на заседании Кабинета министров. В целях обеспечения гарантий трудовой занятости и создания дополнительных рабочих мест предлагается распространить обязанность создавать или выделять рабочие места для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Квота будет установлена в организациях, численность работников которой составляет от 35 до 100 человек в размере 3%, в том числе для инвалидов 2%. В организациях с численностью работников от 100 и более человек данную квоту предлагается установить в размере 4%, три из которых – рабочие места для инвалидов. Сегодня правительство республики также рассмотрит изменения в закон об охране и использовании генофонда якутского скота.